Теперь время ожидания транспорта скрашивается действительно яркими красками. На остановках Самары появились картины русской классической живописи. И путь домой или на работу становится культурным просвещением. К юным школьникам Богданова-Бельского внимательно приглядываются Василий и Дарья. Они уже видели картину в Самарском областном художественном музее несколько лет назад. А неожиданная встреча с русской живописью зародила идею вновь посмотреть на экспозиции музея. Там наверняка много всего нового, и мне будет просто интересно смотреть, как все преобразилось и какие сейчас там художники выставляются. Ну, это всяко приятно, чем дурацкая реклама, которая порой... Реклама, которая совершенно не соответствует улице. А на пересечении Новосадовой и Масленникова за приезжающими автобусами наблюдает хозяйка с картины Константина Коровина. Портрет довольной, расслабленной женщины так и притягивает взгляды спешащих пассажиров. Все мы работаем, и в суете жизни очень часто проходит мимо все прекрасное. Не все имеют художественное образование, не все видели даже картины наших российских художников. И это развитие, это эстетика. Именно то, что горожане не всегда успевают сходить в музей, и стало причиной запустить проект, рассказывает арт-директор Дмитрий Воропаев. 40 остановок города теперь украшают замечательные портреты. По одной картине от 40 великих русских художников 18, 19 и 20 веков. Все они объединены одной темой – русский человек в лицах. Центральным элементом коллекции мы решили сделать людей. Людей, которые жили в разные эпохи, в разные времена, имели разные профессии, имели разные... Ну, социально-сословные какие-то признаки. Поэтому это лица. Этот проект планируют продолжать и в следующем году, только расширяя границы. Свои коллекции покажут 5 музеев в 5 городах Приволжского федерального округа. А в Самаре до 15 октября можно ожидать свой транспорт, наслаждаясь русской классической живописью. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События.